Погрузов Данис Рамильевич. Поздравляю вас с получением паспорта болельщика. Еще несколько дней назад эти ребята и подумать не могли, что окажутся в самом центре футбольной столицы. Подарок от правительства республики, бесплатные билеты на матч, стали приятной неожиданностью для всех. Я рад, что мне представилась такая возможность попасть на чемпионат мира. Это не каждому дано. Эмоции большие, что именно нас выбрали. Пойти на такой чемпионат мира. Ребята получили такую возможность благодаря своим успехам на футбольном поле. За последние пару лет команда «Эверест» из Высокой горы неоднократно становилась победителями и призерами открытых турниров. В этом году они приняли участие в финальных соревнованиях турнира «Кожаный мяч». Думаю, что стимул обязательно дополнительный появится. И это большое вдохновение. То есть и приедут, расскажут своим ровесникам, и народ потянется в секции больше. То есть это дает большой толчок для развития футбола. Билеты вручены, паспорт болельщика получен. Юные футболисты готовы болеть за любимые команды. Предпочтение отдают немцам. У них будет куча эмоций, они никогда это не забудут, потому что когда смотришь по телевизору, и когда ты находишься внутри, это совсем другое. Там болельщики, это ажиотаж, этот гул, когда ты все радуются, когда все болеют. Теперь все эти ребята мечтают об одном – попасть на чемпионат мира в качестве игрока сборной России. Надеемся, ждать осталось недолго. Алмаз Гафиятов, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.